«Объединяем Россию». По таким девизам в Ульяновске прошел День молодежи. Больше 150 различных площадок работали в праздничный день. Центральная программа была сосредоточена на Соборной площади и бульваре «Новый Венец». Здесь развернулись тематические мастер-классы и маркет молодых предпринимателей. Свои изделия представили десятки ремесленников и мастеров. Товары ручной работы приглянулись и главе области. Вещи-то красивые очень. Ну, очень здорово, что есть такие мероприятия, есть возможность участвовать. Ожерелье из бисера, крафтовые открытки с пейзажами Ульяновской области и дизайнерские вещи. Каждая из позиций сделана в единственном экземпляре и имеет свой шарм. Общаясь с молодыми предпринимателями, губернатор Алексей Русских узнал историю создания изделий, а также как выстроены каналы продаж. Мы шьем мерч города. Ну, вы знаете, к нам приходили уже. Вот. Что еще мы делаем? То есть мы делаем принты не только с городом, делаем, но принты отдельные. Вот наши дизайнеры, у нас же коллектив, и мы все сами придумываем и шьем. Вот эта девочка, знакомая моя, она, получается, в прошлом году на 100 баллов закончила, литературу сдала. Вот она придумала. В свою очередь, правительство области оказывает поддержку молодым людям региона. В прошлом году в Ульяновске открыли площадку для генерации идей «Дом молодых». Тогда губернатор поставил задачу создать подобное пространство и в других муниципалитетах – Димитровграде и Новоспасском районе. К 2025 году новые точки притяжения для талантливых ребят откроют свои двери. Поэтому будем и дальше делать для того, чтобы вам жилось здесь комфортно, весело, уютно. Чтобы вы могли заниматься всем, чем вы хотели, развивать свои спортивные навыки, творческие моменты. Коллаборация спортивного и творческого случилась на танцевальном фестивале «Сотка». В этом году он стал одним из самых ярких событий праздника молодых. Показать свое мастерство вызвались начинающие и опытные танцоры из Казани, Димитровграда и Ульяновска. Это пауэр-мув. За звание лучшего ребята боролись по двум направлениям – брейк-данс и олл-стайлс. Последнее – это танцевальное направление, которое объединяет элементы хип-хопа, брейк-данса и джаз-фанка. Все выступления сопровождались бурными овациями зрителей и группы поддержки. Брейк-данс для меня и хобби, и профессия, и жизнь, можно сказать. Я очень много уделяю этому времени. Зарегистрировался я в номинацию 1 на 1. Хочу, конечно же, показать то, насколько я сейчас подготовлен к ним. Да, неважно, выиграю, не выиграю. Хочу просто показать себя. Показали себя десятки танцоров. Каждый вложил в свое выступление не только мастерство, но и задор, харизму. После ребята еще долго делились впечатлениями от фестиваля, а лучшие вышли на подиум за заслуженными наградами. Александра Никитина, Управда ТВ.